Химкинской налоговой инспекции напомнили о категории граждан, которые смогут сэкономить на налогах. К числу льготников относятся женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет. Если, например, у налогоплательщика в собственности имеется квартира, дом, гараж, он освобождается в полном объеме от уплаты налога на имущество. А если льготник имеет 3 квартиры и дом, то он имеет право на льготу по уплате налога за дом, а также только за одну из квартир. Также мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, имеют право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка. О том, кто имеет право сэкономить на налогах или не платить их совсем, можно узнать в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России. Подать заявление о предоставлении льготы можно через налоговый орган МФЦ, посредством почтовой связи или через мобильное приложение «Личный кабинет налогоплательщика». Сведения о льготе отражены во вкладке «Профиль», «Персональные данные», «Льготы».